Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны, начальник генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином Ститом и командующим Национальной гвардии бригадным генералом Томасом Манчино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Керим Велиев назвал посещение Кевином Ститом освобожденных от оккупации территорий в рамках визита в Азербайджан в 2021 году наглядным примером высокого уровня двусторонних связей, коснувшись участия военнослужащих азербайджанской армии в международных миротворческих операциях, Керим Велиев отметил, что Азербайджан одним из последних среди стран-партнеров вывел своих миротворцев из Афганистана, достойно выполнил взятые на себя обязательства. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях между азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках программы «Партнерство со штатом» и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Затем азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 20-летию сотрудничества азербайджанской армии с Национальной гвардией штата Оклахома.